Солнечная погода всегда самый приятный повод для прогулки мамы Валерии и сынишки Володи. А где еще гулять, как не на новой набережной? Правда, Валерия Лопарева признается, иногда удовольствие умудрялись испортить резвые велосипедисты, мчавшиеся на перегонки по тротуарам. Но сегодня их нет, зато есть знак – пешеходная дорожка. Были случаи, что приходилось прям бежать и ребеночка хватать, потому что, ну, опасно. А велосипедист, он же едет тоже на большой скорости, ребенок не видит и не понимает, бежит. Поэтому очень хорошо, что установили знаки. Всего специалисты МП «Сигнал» установили 7 знаков на 4 участках набережной. От Островского до Пионерской, от переулка Уралова до Мухина, от Мухина до Артиллерийской и от Артиллерийской до конца 4 участка набережной. На очереди теперь парк Дружбы, что в микрорайоне. И все для того, чтобы разграничить пешеходную зону от проезжей части. И чтобы не было вот таких внештатных ситуаций, когда едет велосипедист, ему под колеса попадают пешеходы. И наоборот, когда идут пешеходы, чтобы их не сбивали велосипедисты. Вот именно для разграничения, так как у нас все-таки культура слабоватая, ну, участников дорожного движения, мы ставим эти дорожные знаки. Впрочем, передвигаться на двухколесном транспорте по пешеходной дорожке все-таки можно, только это касается детей определенного возраста. Там, где стоят такие знаки, двигаться можно только пешеходам. А ездить на велосипедах здесь могут только дети до 7 лет и сопровождающие их родители. Для остальных же выезд на пешеходную дорожку будет чреват штрафом. За нарушение придется заплатить 2000 рублей. Анжелика Павлова, Александр Матвеев, программа «Город».